для измерения температуры поверхности в труднодоступных, горячих, вращающихся или опасных местах применяют инфракрасные термометры, которые получили название пирометры. Принцип действия основан на измерении мощности теплового излучения объекта преимущественно в диапазонах инфракрасного излучения и видимого света. Прибор COMOL-410 является таким прибором. Он измеряет температуру поверхности объекта бесконтактным способом в диапазоне от минус 60 до 500 градусов по Цельсию. Оптическое разрешение прибора составляет 12 к 1. Сбоку имеется гнездо для подключения и измерения температуры с помощью контактного термодатчика, который КАТИПа, который также в комплекте. В этом случае диапазон измеряемой температуры составляет от минус 64 до 1400 градусов по Цельсию. При измерении температуры бесконтактным способом через меню прибора можно включить лазерный целеуказатель. Это поможет более точно прицелиться в область измерения. Также через меню прибора можем установить нужный коэффициент излучения, просмотреть максимальное и минимальное значение измеряемой температуры, выставить максимальное и минимальное значение порога срабатывания предупреждающего сигнала. Измеренная температура отображается на жидкокристаллическом дисплее. В нижней части дисплея отображается дополнительная информация, в том числе и измеряемая температура с контактного термодатчика.